Здравствуйте. Почему православным женщинам нужно надевать платок в церкви? Во время посещения церкви прихожане обязаны соблюдать определенные правила и ритуалы. Некоторые из них в настоящее время вызывают вопросы, например, почему в церковь обязательно нужно надевать платок? Откуда взялся этот обычай, который идет вразрез с современной модой в одежде? Традиция, согласно которой женщины покрывают в храме голову, имеет глубокие корни. В древности в культурах многих народов закрытые волосы были знаком, определяющим статус замужней женщины. Быть непокрытой головой – это было нескромно. Но не стоит понимать так, будто женщина, зашедшая в храм с открытой головой, совершает грех. Для Бога вообще-то важно состояние нашей души, а не форма одежды. Однако в церкви есть еще и другие люди, и у многих из них женщина без головного убора вызывает раздражение. Пусть они, может, и не правы, но не следует совершать действия, которые заведомо вводят людей в грех осуждения и, возможно, даже отвлекут от молитвы. На Руси существовал интересный обычай надевать на службу платки, цвета которых соответствуют дням церковного календаря и повторяют цвет священнических одеяний. Возможно, кому-то и в наше время захочется этому следовать. Считалось, что цвет Пасхи – это красный или белый, и в Пасху платки одевали женщины именно таких цветов. На Рождество надевали платки белого цвета. В дни Великого Поста выбирали платки темного цвета, черного, темно-синего или фиолетового, а к празднику Троицы в день Святого Духа надевали платки зеленого цвета или оттенков зеленоватых разных, потому что зеленый – это цвет жизни. В предстоящий праздник, день Светлой Пасхи или Воскресение Господне, большинство из нас пойдут в церковь, чтобы принять участие в церковной службе, ну или посвятить специальные угощения для стола. Священнослужители рекомендуют всем прихожанкам отметить этот праздник, украсив голову белым или светлым однотонным платком. Именно белый цвет сопровождает этот чистый, святой и духовный праздник. Еще один важный цвет, подчеркивающий важность события, – это красный. Алый оттенок подчеркивает кровь Иисуса Христа, пролитую для спасения всего человечества. Платок бордового, багряного, алого, кораллового оттенка символизирует пламенную любовь к Господу. И платок такого цвета тоже можно одеть в день Святой Пасхи.